Хазал Субаши родилась 1 октября 1996 года в Турции в Измире. Хазал благополучно завершила обучение на факультете рекламы и связь с общественностью в Измирском государственном университете. Еще в то время, когда она была маленькой, все отмечали ее привлекательные внешние данные, природную натуральную привлекательность. Благодаря родителям она стала продвигаться по карьерной лестнице модели. В 2015 году Хазал поучаствовала в конкурсе красоты «Мисс Турция». Молодая красавица заняла почетное 3-е место. Благодаря занятому месту в этом конкурсе Хазал предложили попробовать себя в актерской сфере. Она использовала этот счастливый шанс и в 2016 году стала играть роль в телесериале под названием «Ты назови». С другими молодыми перспективными актерами Хазал досталась главная роль сериала. Она играла девушку по имени Зихра. Телезрители теперь имеют возможность смотреть сериал с ее участием. Также она играла в сериале «Кольцо». В этом сериале Хазал играет девушку по имени Бахар, которая влюбляется в осужденного заключенного Каана. И достаточно одной надежды. Хазал в этом телесериале играет девушку Элиф, которая является женой бывшего военного и не может забеременеть, но находит после морской бури в лодке ребенка и решает оставить его себе. В 2019 году присоединилась к касту сериала под названием «Чукур». Во время съемок сериала «Ты назови» между главными героями вспыхнули чувства не только на экране, но и в жизни. Партнера Хазал зовут Эркан Мэрич. Они рассказали историю своей любви одному журналу. Хазал сообщает, что по 2 часа они проводили вместе на съемочной площадке. Было огромное количество общих сцен. И то, и дело делились друг с другом радостями и печалями. Так и началась их любовная история. Эркан говорит, что это был рискованный проект, и что они правильно поступили, решившись на него, снявшись в сериале. Благодаря данному сериалу они вместе. Поклонники рады видеть пару и на экране, и в жизни. В марте 2019 года Эркан Мэрич попрощался в инстаграме с бывшей возлюбленной Хазал Субаши и уже удалил все их совместные фото, пожелал ей счастливого пути. По сообщениям турецких СМИ, пара распалась.